Pues en Estados Unidos. Это Америка. Estados Unidos y en Inglaterra. Англия. Creo que en Alemania в Германии. En Rusia. В России. Известные, знаменитые люди. Всем понятно, что мои картины приобретают люди с хорошим достатком. Может быть, из них есть какие-то знаменитости, и это понятно, что эти люди не хотят быть оглашенными. Однажды до меня дошла информация, что мою картину приобрел знаменитый американский футболист. Фред, за какую самую дорогую сумму была продана ваша картина? Cuando yo fui a la última exposición, на последней моей выставке одна из моих картин была приобретена за 50 тысяч евро. Добрый день, мы находимся в гостях у художника Альфреда Наварро, больше известного в творческом мире как Наварро Монтлор. Здравствуйте, Альфреда. Buenas tardes, Альфреда. Buenas tardes. Мы рады, что встретились с вами для того, чтобы взять интервью, и хотели задать первый вопрос. Расскажите немного о себе, с чего начинался ваш творческий путь, где вы учились. Bueno, empezó a los 5 años. Все началось в возрасте 5 лет. Me apuntó a una escuela de bellas artes. Когда мой отец записал меня в художественную школу для детей. Y ahí empezó todo. Luego a partir de ahí pues. Таким образом у меня началось fue creciendo la, увлечение живописью la и рисунком. Por la pintura, por el dibujo. Y bueno, hasta и это длится до нынешнего he дня. Ido perfeccionando mis все эти годы я улучшаю свое мастерство. Creciendo como artista a base de trabajo, de, я расту и прогрессирую как артист на основе своих работ. Я получал обучение в разных заведениях, таких как художественная школа в моем родном городе, также художественную школу в Валенсии, усовершенствуя технику моего рисунка. Альфредо, как рождается сюжет к вашим картинам? Почему вы именно выбрали, во-первых, тематику моря? И, в принципе, ничего другого вы не пишете. Почему именно моря? Bueno, porque me gusta mucho. Ну, могу сказать, потому что мне очень нравится море. Можно сказать, что море дает много возможностей, много игры для художника. Здесь есть все оттенки, есть движение. Эта сфера недостаточно раскрыта художником. На данный момент нет много художников, которые бы рисовали море. Есть пробел в этой теме. Я думаю, что морскую тему, в этот морской мир можно еще принести очень много интересного. Альфредо, как вы считаете, что отличает именно ваши моря от других художников? В чем ваш секрет? Почему у вас именно такое высокое качество прописи получается, у других нет? В чем ваш секрет? Respecto al, yo creo que básicamente el trabajo. В основном я думаю, что это труд, который я вкладываю. Мои картины очень хорошо проработаны и изучены. Думаю, что с каждым разом мои картины становятся все более безупречны. Но в основном это мой труд, который я вкладываю в свои картины. Я стараюсь быть очень осторожным во всех деталях. В основном вот это меня отличает от других художников. Альфредо, есть ли у вас любимый художник, чьи работы вас больше всего вдохновляют? Может быть, кого-то вы считаете своим учителем, на кого бы вы хотели быть похожи? Uno no, muchos. Один художник? Нет, много художников. От разных художников можно научиться разным вещам. Все мы знакомы с выдающимися художниками и людьми искусства, и от них всегда можно что-то перенять. Это такие выдающиеся люди, как Белас, Грего, Гойя, Рембрандт. Это классики. И также некоторые авангарды. Также мне нравятся актуальные художники. Всегда у всех чему-то можно научиться и позаимствовать. Нужно наблюдать, с
заниматься искусством, посещать музеи и выставки и учиться от них. Как получались ваши первые работы? Всегда так идеально по качеству или все-таки это вырабатывается навык с годами, с практикой? Claro, ni mucho menos. Да, конечно. В самом моем начале мои картины были достаточно невыдающимися и незаурядными, можно сказать, серыми. Со временем я улучшал свою технику рисования и отшлифовывал все недостатки, и работая над деталями. Я считаю, что за все эти годы моя техника рисования стала более безупречной. Картины, которые я рисовал раньше и рисую сейчас, не имеют абсолютно ничего общего между собой. Альфредо, как вы считаете, необходимо ли художнику иметь профессиональное образование или достаточно иметь природный талант? Художником и рождаются, и становятся. Конечно, должны быть какие-то задатки, но потом, естественно, нужно вкладывать большой труд. Говоря о высшем образовании, с этим аспектом я немного не согласен. Я знаком с людьми, которые закончили художественную школу, и они практически не умеют рисовать. И другие, у которых не было возможности получить художественное образование, и тем не менее они прекрасны и выдающиеся художники. Это все зависит от твоего личного интереса к живописи, от труда, который ты вкладываешь туда. Также зависит от склонности и твоего призвания. Многие вещи влияют, но более важный аспект – это интерес, который имеет художник, с каждым разом улучшая свою технику, ну и, конечно, любовь к искусству живописи. Альфредо, в каких странах сейчас представлены ваши картины? Это Америка, Англия, в основном эти страны, да, еще в Германии, в России. Это, можно сказать, самые основные страны. Были ли среди них известные, знаменитые люди? Мои картины продаются через моего представителя в Соединенных Штатах. Всем понятно, что мои картины приобретают люди с хорошим достатком. Может быть, из них есть какие-то знаменитости, и это понятно, что эти люди не хотят быть оглашенными. Однажды до меня дошла информация, что мою картину приобрел знаменитый американский футболист. Альфредо, за какую самую дорогую сумму была продана ваша картина? На последней моей выставке одна из моих картин была приобретена за 50 тысяч евро. Также несколько лет назад одна из моих картин, немного больше по размеру, была продана за 70 тысяч евро. Расскажите, пожалуйста, о своих выставках. Как они проходят? В каких странах? На данный момент у меня было 4 выставки. Надеюсь, что еще будет больше. Обычно это проходит так. Я приезжаю в Соединенные Штаты на несколько дней, на которые приглашены люди, заинтересованные в живописи, и также покупатели. Мы общаемся на различные темы, на тему живописи, искусства. Ну вот практически и все. Это очень обаятельные люди, которые очень вежливы, с уважением ко мне относятся. У меня очень хорошие воспоминания о моих поездках туда. Ну вот, наверное, и все. Да, я нахожусь там недолго и потом возвращаюсь. Когда я работаю над картиной, мне очень помогает музыка, можно сказать, в общем, искусство. Я считаю, что есть эта взаимосвязь между искусством. Тем самым, слушая классическую музыку, мне очень это помогает в процессе моей работы. Можно сказать, в общем, все стили искусства вносят что-то свое. Архитектура, искусство танца, кинематография – все помогает артисту в развитии, а также в его работе над картиной. Лично я большой поклонник музыки, и музыка очень помогает мне. И, конечно, нужно подчеркнуть, что работы других художников тоже помогают в развитии и в работе над картиной. И, к примеру, в России
Россия славится знаменитыми музыкантами и композиторами. Мне очень нравится Прокофьев. Конечно, такие же классики, как Шостакович, Стравинский, Мусоргский, Чайковский, Бурдин. Их очень много. Также современные композиторы и музыканты. Альфред Шнитке. Но больше всего, конечно, это Прокофьев. Альфредо, что бы вы могли пожелать ценителям вашего искусства в России? Если россиянам нравится морская тема, я надеюсь, что им понравятся мои картины. С моей стороны, я делаю все возможное, чтобы картина получилась превосходной, чтобы не было никаких недостатков или дефектов. Альфредо, спасибо большое за это интервью.